Друзья, всем привет! И вы, как обычно, на моем канале. Лето в самом разгаре, жара просто нереальная. Хочется всегда чего-то такого прохладного, охладительного и тонизирующего напитка. Но в то же время хочется натурального. Сегодня я хочу показать вам отличный рецепт кваса, который я делаю дома, и главное, без дрожжей, и очень простой. И наш квас будет состоять всего лишь из трех ингредиентов. Это белый хлеб, я хорошенько поджарил его в духовке. Смотрите, какой отличный цвет он имеет. Также буду использовать изюм и сахар. А пропорции очень простые. Для начала нам нужно будет развести в воде сахар. На каждую литру я использую одну большую столовую ложку. Я буду использовать 3-литровую банку, потому 3 столовые ложки. Заливаю их водой. И в бокале сахар хорошенько перемешиваю. Далее в 3-литровый бутыль закидываю половину сухариков, которых я подготовил. Добавлять сюда буду также столовую ложку изюма, сахарную воду, которую мы размешали с сахаром. И заливаю все это хорошей чистой водой. Для того, чтобы не попадали насекомые и всякий мусор, буду использовать марлю и резинку обычную на горлышко. Вот раз, и готово. В таком состоянии оставляем наш квас в теплом месте на 3 дня. Я всегда готовлю в беседке, здесь у меня здесь тепло и не попадают солнечные лучи, потому я оставлю его здесь. Найду ему только укромное место. Здесь с краю, думаю, будет отлично. Далее беру просто емкость и сливаю весь квас. Берем обычные бутылки и переливаем квас. И отправляем бутылки с квасом охлаждаться в холодильник. В жару то, что нужно.